Российская сборная Беларусь по теннису вышла в полуфинал мировой группы. Наши девушки Александр Соснович, Арина Соболенко, Вера Лапко и Ольга Говорцова отдают должное соперницам. Команда Швейцарии – фаворит пары. Впрочем, такой же была полярность сил и перед матчем с голландками. Конечно же, дом, поддержка зрителей, родителей, болельщиков. Но желание у нас обеих команд, я считаю, большое, потому что это полуфинал Кубка Федерации. Но все-таки надеюсь, что чаша весов будет на нашей. Пока белорусские проводили вечернюю тренировку, своими впечатлениями о стране, Чижовка-арене и готовности к матчу делились швейцарки. Лидер команды Тимея Бачинский вспомнила о встрече 5-летней давности в Кубке Федерации. Это был первый раунд второй мировой группы. Тогда сильнее были наши соперницы. Рассчитывают они увести победу и сейчас. В этом также уверена и легендарная Мартина Хингис. Надеюсь, мы вернемся домой с победой. Ставки высоки, это уже полуфинал. А вообще я впервые приехала в Минск. Надеюсь, нас ждет хороший поединок. Арена впечатлила. Мы сегодня пробежались вокруг озера, нам все нравится. Матч Беларусь-Швейцария уже в эти выходные. Как признались наши теннисистки, они до сих пор под впечатлением от атмосферы прошлого поединка и не против, чтобы она повторилась. Приходите все, болейте за Беларусь к нам на Чижовку-арену, поддержите нас. Мы будем для вас стараться. Мировая группа, Кубок Федерации, полуфинал, Беларусь-Швейцария. Не пропустите!